Как всегда, когда собралась снимать видео, появляются обязательно какие-нибудь дела. Привет! В этом видео я хочу все-таки поделиться своими фаворитами, вещами, которые меня вдохновляли в последнее время, которые останутся в памяти надолго. Что-то как-то со светом плохо. И теперь здесь. Гармония. Первое, что сразу покажу, что стоит у меня здесь, это кружка, которая меня просто умиляет, которая мне очень нравится. Эту кружку я приобретала, по-моему, в Магнит Косметик, если я не ошибаюсь. Она сочетает в себе просто все цвета, мне кажется, осени. Именно все цвета, которые сейчас модные, актуальные. Именно те цвета, которые я хочу тоже видеть у себя в жизни, не только в одежде, да, а именно во всей моей жизни. Я не всегда слепо пытаюсь следовать вот этим модным штучкам. Что-то свое должно быть все равно, какая-то своя изюминка. Но иногда я как-то разбавляю свои изюминки именно какими-то модными штучками. Так как мы заговорили о кружках, я вспомнила еще один пункт, который не включила бы, если бы сейчас не вспомнила. Облепиховый чай, который мне очень нравился, который я попробовала как раз-таки в Сочи, когда была там. И раз мы уже заговорили о Сочи, третьим пунктом тогда будет у меня место, которое мне запомнится, которое меня вдохновляло вот последнее время. Это будет не Сочи, это будет Адлер. Я просто осталась в восторге, но там очень красиво. Просто сама природа, горы, это неописуемо. Я не знаю, почему мне так нравятся горы. Может быть, потому что я никогда в них не была. Но это место стоит посетить, и я обязательно туда вернусь. Фильмы. Какие же фильмы мне нравились в последнее время? Фильмов любимых у меня нет, но есть любимый сериал, который мы посмотрели за последнее время с молодым человеком. Это Stranger Things, если я не ошибаюсь. Эти странные дела или очень странные дела, что-то как-то так по-русски. Вот этот сериал мне очень понравился. Этот сериал состоит из одного сезона, в одном сезоне 8 серий. Он совсем не надоедает, он легкий, в то же время присутствует за загадка, мистика. Очень советую к просмотру. Да, еще хочу отметить вот эту кофту, которая на мне. Это кофта из Вайкики, по-моему. Это кофта в таком, не знаю, не этническом стиле, наверное. А может и в нем. Но она какая-то такая, вот что-то этническое есть, что-то растаманское такое, хиппи. Точно, хиповская кофта. И следующее, что хочу показать, это будут очки. Я приобретала в Сочи. Вы, наверное, уже видели их на мне даже из последних влогов сочинских. От них не болят глаза, потому что от последних очков, которые я приобретала, у меня немножко какой-то дискомфорт. Они идут без дужек для носа. У них тонкое ушко. То, что мне очень нравится. Это очень изящно смотрится. Причем деталь именно самого ушка выполнена в стиле костяшек каких-то. Они также наполовину зеркальные. Не знаю, они вот именно универсальные. Я хотела себе такие очки, потому что свои старые, в которых я ходила, такие круглые, я их посеяла где-то. Все предыдущие очки до этих, которые я приобретала, ну, меня не до конца устраивали. Пока они со мной, они мне будут напоминать о Сочи, о том, как я там провела время, что я видела, о том настроении. Когда вы путешествуете, посещаете какие-то места, то лучше приобретать что-то вот именно такое. Из вещей, которые вы будете носить, пусть это не одежда, это может быть действительно аксессуар какой-то, это может быть та же сумка какая-нибудь, это может быть все что угодно. Я, допустим, в Геленджике покупала себе пару платьев и обувь, и эти вещи остались у меня до сих пор, и я их буду носить в следующем году, и они мне также будут напоминать об этом месте. Я надеюсь, эти очки проживут у меня долго, дарить мне воспоминания и заряжать меня
позитивной энергией. Магнитики и всякая вот эта вот требуха. Уже совершенно никому это не нужно и не интересно. Также хочу отметить линзы, которые мне посчастливилось приобрести также в Сочи. Хочу показать вам умывалку от Lush. На данный момент у меня кукурузная. Я пробовала, не могу вспомнить название. Есть аквамарина, ангел, вот ангел у меня была. И на данный момент решила не брать аквамарину, так как она немножко подсушивает и больше подходит на летний период. Я решила взять кукурузную, потому что она именно идет увлажняющая. Это, во-первых, ароматерапия, когда ею пользуешься, потому что пахнет попкорном. Насколько я люблю попкорн, вот настолько же я люблю эту умывалку. Причем запах остается еще на долгое время после умывания. Я очень советую. Мало того, что с ней у меня лицо очень преобразилось. Кстати, умывалка Ангел не настолько как-то повлияла на состояние моей кожи. И здесь, чтобы вам показать, я взяла ее так именно прилично, такой кусок. Просто попробуйте. Также к уходу могу отнести тоник от Эко-лаборатории. У меня был до этого увлажняющий. Этот идет для проблемной жирной кожи. Увлажняющий был хороший, но чего-то мне все равно не хватало. Но с этим тоником вообще все совершенно идеально. Когда я была в поездке, я не брала с собой никакой тоник. Вернулась уже из поездки, я заметила, что кожа какая-то у меня не совсем была в хорошем состоянии. Когда я пользуюсь тоником, кожа у меня выглядит лучше. Ну и стоит ли говорить о всяческих масках, патчи под глаза, которые я использую регулярно. Это неотъемлемая часть именно нас, женщин. Ну и также это крема для рук. У меня, кстати, это не крем для рук, это обычный ночной крем от Natura Siberica для лица. Хотела попробовать, но, честно, это силиконы на силиконах. В сумку бросил. Он стоит у меня также в столике прикроватном, можно так сказать. Потому что у меня не столик, у меня такая спинка прикроватная. Что руки сейчас безбожно сохнут. Отопление, холод на улице. Также хочу поделиться своими находками из декоративной косметики. Это блеск для губ от L'Oréal. Знаете, какая вот история с ним? Очень много блогеров, особенно топовых, которым рассылали эти продукты. Некоторые из них говорили о том, что этот блеск, он липкий, во-первых, так и есть, конечно. Во-вторых, он оставляет такой немножко тинт, что ли, на губах. Как раз-таки поэтому-то я его и не покупала. Мне хотелось именно что-то такое полупрозрачное, что можно использовать на каждый день, когда я не хочу ничем красить губы. Я ходила вокруг да около, я не знаю сколько времени, пока вот просто не рискнула, причем цена у него такая 400 рублей. Мне было жалко, я думала просто потрачу эти деньги впустую. Но на самом деле я не жалею, он липкий, конечно, но тинта вообще никакого не присутствует. Он у меня сейчас на губах, он, конечно, немножко уже подстерся. В качестве практически бесцветного блеска на каждый день вместо даже бальзама перед выходом на улицу, это просто вот суперская вещь, советую. Причем у него даже вот приятный какой-то запах, это не может не радовать, какими-то апельсинками либо фруктами пахнет. Наконец-таки я приобрела хайлайтер. Мой от Эльф закончился, и я не знала, что мне найти. Я приобретала хайлайтеры, но они не все меня устраивали. Мне хотелось что-то такое, что я могла использовать и летом, и осенью, и весной, и зимой, чтобы это подходило на все времена года, так как мне подходил Эльф. И я нашла эту вещь. Это Gosh Lumi Drops называется. 15 мл счастья. Я просто от него в восторге. Он в жидком варианте. Я обожаю жидкие текстуры. Я сниму скоро видео однозначно макияж пальцами. Потому что я буквально вчера собиралась на встречу. И я сделала макияж тупо одними пальцами. Вчера сразу созрела идея снять такое видео с таким макияжем. Так что ждите в скором времени. Медицинский
медицинские средства мне помогли в последнее время. Те варианты, которые мне пригодились. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья. Следите за собой. Здоровье — это наше все. Мы не мы, когда мы болеем. Если вы болеете на данный момент, то не отчаивайтесь, потому что все будет хорошо. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, такое релаксирующее видео вам понравилось. Надеюсь, его никто не посчитает каким-то грустным, потому что настроение у меня как раз-таки не грустное. И да, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!